Должность директора парка имени Гагарина Вадим Шаехов занимал с 2006 года. Накануне договор с ним расторгли по соглашению сторон. Об этом сказано в официальном сообщении администрации города. Временно исполняющим обязанности назначили Жазита Нургазинова. Ранее он руководил Садом Победы. К своим обязанностям новый директор приступил 17 января с испытательным сроком 3 месяца.